Привет, друзья, мы сейчас в Буковель байк-парке. Это 14-й подъемник, мы на его вершине, и трасса называется «Ниндзя». Это такая скоростная, каменистая, интересная трасса, которая, я думаю, многим понравится. И я не уверен, что многие знают, что здесь вообще есть эта трасса. Надеюсь, что те, кто не знают, сейчас ее увидят и поймут вообще масштаб, который здесь есть. Не только возле второго подъемника каталки, а и возле вот этого 14-го, потому что здесь, хочу заметить, три трассы, и мы едем одну из них. Вот внизу там ворота Буковель байк-парк. И мы чуть-чуть выше стартанули, но вообще стартуют все вот оттуда вот так. Вот мы чуть-чуть выше, чтобы вы понимали, что здесь вот Кубок мира проходил, да, по-моему? Ой, Украины. Это я так заранее сказал на будущее, что такое тоже может быть. И вот отсюда стартовались. И поэтому стартую, мне будет Вова помогать. И потому что он здесь хорошо все знает, я буду пытаться за ним успевать. Ну, он лояльно ко мне относится, поэтому он ждет меня, да. Здесь у нас простой поворотик. Как вы видите, друзья, здесь варианты, конечно, очень интересные трассы. Она такая полная с трамплинами. Достаточно таки длинная. Ого, Вова сделал классный джух. Она как бы лайтовая, если ехать по ней медленно. А если ехать медленно, то можно нормально вкатить себе. Тут флай-зон. Почти даже долетел. Так, тут через морду бросает. Следите за этим. Отличные волрайды, думаю, многим понравятся. Еще один трамплинчик, опа, такой, с этим, забыл как называется, в общем, с боковинкой. Хотел сказать, тут мы выходим на финишную прямую, но не тут-то было дело. Мы еще тут не выходим на финишную прямую. Как вы видите, достаточно длинная трасса.
прямо к подъемнику. Конечно, вот здесь, вот на финишной прямой, возможно, можно было бы делать какие-то деревянные трамплинчики, еще что-то такое, чтобы вот эта прямая была повеселее. Но, если что, такая перспектива здесь есть, может, в будущем появится. Тем не менее, даже так, трасса довольно-таки длинная. И вполне можно прокатиться весело. Я надеюсь, что это было слышно, потому что ветер был очень сильный. Мне это напомнило верхушки трассы Печака. Спасибо, Вова. Было очень круто. И напишите свое мнение, знали ли вы вообще об этой трассе здесь, как она вам. И, конечно же, ставьте лайк, если видео понравилось. Спасибо за просмотр, до скорой встречи.